Третьеклассница Света за лопату взялась впервые. Уроки сделаны, портфель собран, а значит, можно и родителям помочь расчистить лишний снег. Я занимаюсь, как сказать, добровольным делом. Чищу дворы, тропинки. Дружной компанией после работы и учебы жители микрорайона Прилуки расчищают тропинки к местной библиотеке. Так волокжане решили помочь коммунальщикам. На борьбу с последствиями прошедшего обильного снегопада город мобилизовал все силы – снегоуборочную технику и рабочих. И жители города не остались безучастны. Подъезды мы чистим, да, как бы выходим, уже тут не собираясь. То есть, когда у кого есть время, мы выходим, чистим свои придомовые территории дополнительно. На расчистку дворов от снега в этот вечер вышли активисты ТОСа «Центральный». Парковочные места для автомобилей они очищали во дворе домов по улице Витошкина, 99 и 99А. Мы должны помочь сами себе. Мы должны не только требовать с города, чтобы город нам почистил всю территорию, но и сами помочь, сами себе почистить что-то. Наш ТОС «Центральный». Хотел бы призвать всех жителей нашего микрорайона «Центральный» выйти на улицы. У кого есть какой-то инвентарь, лопаты, у кого нет, выйти на улицы и почистить хотя бы по возможности снег около своего двора, около своего подъезда. Если нет лопаты, но есть желание принять участие в уборке снега, инструмент предоставит управляющая компания. В этот вечер коммунальщик подготовил инвентарь для уборки. Здесь же работала и большегрузная техника. На дороге снег убирал трактор, а на местах для парковки автомобиля – сами жители. У меня зять, муж моей дочери, значит, каждое утро разгребает снег, под свою машину ставит, освобождает место. У него всегда с собой лопата, все, он за своим местом следит. Такое взаимодействие только на пользу, уверены сотрудники управляющей организации. Хотя бы под своими машинами они могли бы убирать сами, особенно там, где машины стоят на газонах. На газонах, не на стоянке. Вышли, убрали, потому что дворник выходит, машина стоит. А вдруг он не зацепит лопатой? Это проблема. И решать такие проблемы можно только совместными усилиями, уверены представители управляющей компании. Поэтому готовы предоставить инвентарь для каждого подъезда. Лишь бы было желание жителей, а результат – чистый ухоженный двор – не заставит себя ждать. Арина Прахова, Максим Тышковец, Вологда Портал.